Всем доброго времени суток! Решил поделиться опытом использования моющего пылесоса Zelmer спустя 2 года. Расскажу, какие плюсы и недостатки были выявлены за все время эксплуатации пылесоса. А также отвечу на некоторые вопросы, которые наиболее часто задают в комментариях. Итак, поехали! В моем случае это модель моющего пылесоса Zelmer ZVC-762ZK-RU. Но модели все похожи, отличаются только наличием регулировки мощности, мощности всасывания, количеством насадок и цветом пылесосов. Принцип работы у них у всех одинаковый. Итак, пылесос в использовании 2 года. Скажу сразу, что пылесос в рабочем состоянии и полностью отрабатывает все свои функции. Одним словом, с ним ничего не произошло. Во время ремонта ванной и туалета пришлось его задействовать, скажем так, для таких целей, для которых он в принципе не предназначен. Дело в том, что у меня остался старый пылесос, который я использую как раз таки для ремонтов, для того, чтобы убрать строительную пыль. Но, как многие знают, бытовые пылесосы не предназначены для таких целей, так как быстро забивается фильтр. Вот это и случилось со старым пылесосом. Времени не было, поэтому нужно было быстро обеспылить помещение. Решил рискнуть пылесосом Zelmer, так как у него аквафильтр и вся пыль должна оседать в воде. На свой страх и риск я провел им обеспыливание, и результат меня приятно удивил. Пылесос спокойно убрал всю пыль и не потерял в мощности всасывания. После этого я еще раз 5 его использовал во время ремонта. Вывод: пылесос можно использовать для таких целей, но не нужно использовать его постоянно, а только как крайняя необходимость. И не надо тут же бежать в магазин и покупать его для ремонтов. Потому что все-таки для таких целей он не предназначен. Я лишь хотел сказать этим то, что пылесос достаточно надежный. Для пылесоса я ни разу не покупал расходных материалов, таких как фильтры. Они все в прекрасном состоянии, за исключением одного, который у меня случайно порвался. Но новый фильтр я покупать не стал, так как стоят они недешево и продаются не в каждом магазине. А пришла мне идея сделать фильтр самому. Стоит такой фильтр у меня уже где-то год, и нареканий к нему нет. Кому интересно, то ролик будет в описании, а также в правом верхнем углу. Моющий пылесос отлично зарекомендовал себя при чистке диванов. Наверняка у многих есть дети, которые любят рисовать на обоях, мягкой мебели или коврах. А также собаки, которые любят что-то грызть или приносить еду на диван. В таких случаях пылесос будет вам незаменимым помощником. Достаточно купить шампунь для моющих пылесосов, залить воду вместе с ним в бачок, обработать мягкую мебель или ковер, подождать 5-10 минут и пропылесосить с помощью специальной насадки. Результат вас приятно удивит. В комментариях не раз писали: зачем распрыскивать воду с шампунем с помощью пылесоса? Это проще сделать вручную с помощью пульверизатора. Объясняю. Бачок пылесоса рассчитан на 1,7 литра воды, и распрыскивает он воду под большим давлением и равномерно. Вручную, во-первых, вы будете это делать долго, а во-вторых, у вас просто устанет рука, поэтому пылесосом вам это будет сделать гораздо удобнее и быстрее. А также писали про ковер. Пишут, что проще ведро воды вылить на него и затем пропылесосить. Опять же объясняю. При чистке ковра должна быть намочена только его верхняя часть. Нельзя допустить намокание основания ковра, так как ковер может просто испортиться. Вот и все. Я уверен, что разработчики пылесоса не глупые люди.
Они все предусмотрели и сделали так, как вам будет лучше. А также пишут, что я неправильно использую пылесос в режиме влажной уборки. Якобы нужно одновременно распылять жидкость и пылесосить. Для уборки ламината и линолеума это будет правильно, но при уборке ковров и мягкой мебели это делается именно так, как это делаю я. То есть сначала распылить жидкость, затем подождать и пропылесосить. Делается это не просто так, а для того, чтобы моющее средство вступило в реакцию с грязью и разъело ее. На моем канале есть ролик, как правильно почистить ковер моющим пылесосом. Кому интересно, загляните в описание. Неоднократно были вопросы по поводу поломок пылесоса. Это выход пены из контейнера при уборке, проблемы с помпой и так далее. По поводу пены могу сказать одно, что если такое происходит, то попробуйте уменьшить количество шампуня. Осмотрите контейнер для сбора жидкости на предмет дефектов. Если причину установить не удалось, то несите в магазин и сдайте по гарантии. В течение 2 недель вы можете это сделать совершенно спокойно. Если прошло больше времени, то, скорее всего, пылесос сначала отправят на экспертизу, а затем примут решение. Либо отремонтируют, либо вернут деньги. Ну, а если гарантия прошла, то несите сразу в сервисный центр. С любой техникой случаются браки, и от этого никто не застрахован. И говорить, зачем я взял Zelmer, взял бы лучше Thomas, не надо. У Thomas тоже полно браков, хоть эти пылесосы и дороже стоят. Zelmer – это отличный пылесос, если пользоваться им аккуратно, чистить фильтры, не использовать его в экстремальных условиях, то проблем с ним не будет. Единственная проблема, которая у меня была изначально, и скорее всего ей страдают все модели пылесосов Zelmer, это система подачи воды. При включении помпы вода подается в шланчики. Затем с помощью курка она подается на распыляющую насадку. Так вот, этот курок должен сдерживать жидкость, если на него не нажимаешь. Но вода все равно капает из форсунки. Эта проблема была у меня изначально, но решается она очень быстро и повторилась она у меня только через 2 года. Для этого нужно разобрать курок и растянуть пружину, которая установлена внутри. Дело в том, что ей не хватает усилия для того, чтобы пережать шланчик. Поэтому ее надо либо растянуть, либо заменить. На канале есть видео по данной проблеме. Но это один из первых роликов, поэтому качество видео там, скажем так, не очень. Поэтому в ближайшее время я сниму ролик, уже более качественный, на ремонт курка, где я подробно расскажу и покажу, как это можно сделать. Больше недостатков в этом пылесосе я не нашел. Да, он крупноват, он шумноват, но со своими задачами справляется на ура и превосходит многие пылесосы. Кстати, производитель его Польша, а не Китай. Сделано все качественно, пластик не пахнет, все комплектующие и шланг у меня все еще в целом состоянии. Наверное, у многих возникает вопрос, покупать моющий пылесос Zelmer или нет. Однозначно мой ответ да, пылесос отличный и я ни капли не жалею потраченных денег. Это отличный помощник при уборке квартиры. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем добра и удачи!